Здравствуйте! Мы продолжаем наш уникальный проект, который называется ⁇ Судьба и карма ⁇ Ну а почему именно мы можем говорить о ней и почему мы используем математический аппарат? Все очень просто. Мы являемся авторами кармической нумерологии, о чем свидетельствует наше свидетельство о депонировании авторских прав. Мы математически рассчитали то, о чем люди говорили только гипотетически. Прибегая к каким-то общим фразам и общим понятиям, мы вскрыли о том, что карма имеет слои – два положительных и пять отрицательных. Мы умеем математически рассчитывать то, что вы видите в регрессионном состоянии, но мы-то не вводим вас в это состояние, мы просто берем калькулятор. Поэтому наша кармическая нумерология основана исключительно на нашей интеллектуальной деятельности. Нам удалось открыть ее секреты, нам удалось выявить ее законы, и самое главное, мы научились программировать ваше сознание таким образом, чтобы вы начали не боялись, а начали исправлять свои ошибки. Свои, не чужие. Это очень важно. Поэтому я хочу сегодня рассказать в большей степени о том, что мы сделали в этой области и что вы можете получить, изучая этот курс лекций или посещая наши семинары по кармической нумерологии. Наш семинар по кармической нумерологии состоит из трех основных ступеней, но самое важное, что мы изучаем основной блок кармы на курсе второй ступени ⁇ карма и прогностика. Что вы получите там? Ну, во-первых, вы научитесь считать свое прошлое воплощение. Кем вы жили, где вы жили, как вы жили, какие положительные и отрицательные поступки вы совершали в вашем прошлом воплощении, чем вы можете гордиться, какими инструментами вы можете пользоваться какие у вас таланты, что вам проще всего дается или наоборот, что дается вам очень тяжело, или какие сферы жизни, будь то профессия или личные взаимоотношения, не стоит трогать, потому что там лежит ваша карма, опасные ее слои. Далее мы рассчитываем два положительных слоя и пять отрицательных слоев. Мы учимся анализировать кармы очень глубоко. У нас это занимает очень много времени, только потому, что она не такая уж и простая. Наверное, вы уже видели в интернете ролики. Казалось бы, всего лишь три строчки, шесть столбцов. Так просто. Но мы ее изучаем, всю эту структуру кармы, в течение двух дней. Очень подробно. А далее на мастер-классе для магистров изучаем и изучаем, и снова и снова возвращаемся. Потому что это только верхняя, общая картинка. Но если, так скажем, нажать на очень важные точки, то карма раскрывается. И эти три строки и шесть столбцов превращаются в огромную математическую модель, в которой есть горизонтальные прокрутки, вертикальные прокрутки, диагонали кармы, их пять. И самое важное, сценарий кармы. Мы учимся их определять. Давайте поговорим подробнее об этих элементах. Самое важное, самое ценное ⁇ это обратка кармы, тот самый четвертый слой, о котором я вам говорил в прошлом ролике. Но сейчас я хочу раскрыть ее глубже. Карма не ждет, когда вы допустите те или иные ошибки, ведь у нее есть те ошибки, которые вы допустили в прошлом воплощении. А это значит, что с первой секунды вашей жизни они уже начинают работать. Что ей нужно? Ей нужен инструмент – это ваши родители или ваше окружение, и у нее существует 22 варианта, каким образом привлечь вас к ответственности за ваше прошлое воплощение. Мы их прописываем очень подробно. Обратка имеет несколько основных и отличительных черт от сценария кармы. В первую очередь, обратка действует с первой секунды вашей жизни, сценарий действует с того момента, как вы нарушили ошибку кармы. Второе. Обратка действует всегда и строго по диагонали вашей кармической программы. Сценарий кармы действует по столбцу. Обратка использует те инструменты, которые находятся у нее под рукой, и не использует окружение, которое не связано с вашими ошибками. Сценарий кармы использует любой ресурс, который будет под рукой. И ей совершенно неважно, подходит этот ресурс под ваш сценарий или не подходит. Обратка формирует для себя строго определенный сценарий кармы. То есть обратка в самой своей структуре автоматически подключает сценарий кармы в тот или иной период. Хотите научиться техникам погружения в трансовое состояние? Желаете узнать подробнее, что такое регресс? Тогда мы приглашаем вас на наш новый семинар в Москве ⁇ Регрессивный гипноз ⁇ Вначале вы обучитесь техникам погружения в трансовые состояния, ознакомитесь с новыми, уникальными, работающими методиками регрессии, откройте для себя, что регрессивная терапия не только дает человеку шокирующие знания, но еще и является одним из мощных, а главное эффективных методов исцеления многих заболеваний. Также познаете свои истинные возможности и сделайте открытие своих способностей для осуществления своих планов. Семинар будет проходить в Москве с 8 по 13 июля включительно. Лекторами курса будут опытнейшие регрессологи Сергей Леснюк, Дмитрий Шаман-Сокол и Олег Рубайлов. Записаться на семинар можно на сайте alvasar.ru. Ссылка в описании. Сценарий кармы не подключает обратки. Он просто действует, потому что вы нарушили этот закон. Видите, как много отличий? А я продолжу. Обратка не влияет на ваши циклы, и циклы не влияют на вашу обратку. Они работают ровно тогда, когда у кармы есть на это время и желание. Сценарий работает по правилу дверей, то есть он никогда не откроет дверь, если она еще с точки зрения математики и вашего летоисчисления заблокирована. Очень много элементов, которые раскрываются в самом сценарии. Обратка всегда имеет 9 баллов. Сценарий имеет разноплановость от 1 до 9. Поэтому это совершенно два разных математических и кармических инструмента. И очень важно научиться их правильно считывать. И мы учим это на наших семинарах. Соответственно, если вы родились, а у вас деспотические отношения с родителями, это ваша обратка. Вы можете родиться и в течение ближайшего года погибнуть. Это тоже ваша обратка. Вы можете родиться с дефектами. Это ваша обратка. Вас могут не принять ваши родственники. Это ваша обратка. И таких 22 сценария действуют с первой секунды вашей жизни. Они не связаны ни с судьбой, ни с характером, ни с вашим поведением. Они связаны исключительно с вашим прошлым воплощением. Очень интересный инструмент и, пожалуй, один из самых важных и самых сложных в изучении той самой кармы. Что касается самого сценария, он тоже разбивается на три основных позиции в зависимости от положения в таблице кармы и в зависимости от бальности, которую он имеет на графике. Если положение в таблице кармы полностью запрограммированными циклами кармы, которые мы также изучаем, то то, что касается бальности, она зависит исключительно от вас. Вот почему один и тот же сценарий кармы может иметь различную больность. Поэтому в обязательном порядке строим графики кармы, благодаря которым мы уже персонализируем прогностику исключительно по вам с точки зрения кармы. И вот мы пришли уже к самому важному. Мы делаем прогностику по карме, это математический, нумерологический инструмент. Он совершенно никоим образом не связан ни с матрицей, ни с гаданием, ни с чем другим, ни уж тем более с астрологией. Это нумерологический, математический инструмент, который принадлежит также нашему перу. Поэтому наш курс называется «Прогностика и кармы». Поэтому наше депонирование носит название «Прогностическая и кармическая нумерология». Итак, мы умеем считать прогностику по карме. Мы знаем, что и когда произойдет. Мы знаем, за что это произойдет. Поэтому, благодаря этому математическому инструменту, мы можем делать очень подробный анализ не только вашего здоровья, но и в том числе тех событий, взаимоотношений с людьми и даже вашего бизнеса. Это очень просто. Далее в курс по кармической нумерологии входят две такие интересные наши методики, как горизонтальная и вертикальная прокрутка. О них много говорили. И если ранее я преподавала это только раз в году, я имею в виду на мастер-классе для магистров. То сейчас мы включили эту технологию в сам курс по а, бакалавру кармы. То есть мы это читаем еще в Геленджике на нашем фестивале а, прогностики и кармы именно в лабиринт кармы. Ну а теперь самое интересное: а что это такое и почему это так важно? Горизонтальная прокрутка это уроки уроки, и помимо того, что нас учит судьба, нас учит и карма. Она нам дает подсказки, она нам советует. Это настолько гениально, что вы можете рассчитать вашу горизонтальную прокрутку хоть на каждый день. Вы знаете, чему учит вас именно этот день, какие уроки он дает, какую мудрость, какую философию он вкладывает в конкретный день. Это не классическая прогностика по карме, это не теневая прогностика, это горизонтальная прокрутка, которая вас учит мудрости и внутренним качествам. Благодаря горизонтальной прокрутке мы можем анализировать те или иные события вашей жизни уже в циклах. Это очень интересная, и трудоемкая техника, но она потрясающая. Вертикальная прокрутка ⁇ еще более сложный инструмент. Он дает нам очень точную прогностику на тот или иной год и тоже связан с вашим обучением. Если вы боитесь кармы, то вам нужно просто открыть ее вертикальную прокрутку и посмотреть, каким именно и непосредственно уроком она учит вас в тот или иной год. И самое главное, что в самом инструменте даются подсказки, как избежать ударов по карме, как улучшить свою карму. И самое главное, вы можете, не проходя сильных ударов по карме, вы можете заранее изучить эти уроки на таком общетеоретическом философском уровне. Это мы тоже мы изучаем на курсе по кармической нумерологии, и мы являемся авторами, еще раз повторюсь, и ни у кого этого инструмента нет. Графики. Потрясающая техника. Она позволяет расчертить все ваши линии на ладошках в вашу тетрадочку. Вы можете рассчитать график карьеры, график личной жизни, график брака, график финансового потока, график вашего бизнеса, график вашей самореализации, графики застоя, графики иммунитета. Их сотни, их огромное количество. И каждый из этих графиков вам рассказывает о том или ином элементе вашей жизни. Вы видите динамику различных событий. А наш курс по графической нумерологии, он вообще персонализирован. График ни у кого на планете Земля никогда не повторится, потому что он связан с вашими персональными данными. И если вы чертите этот график, вы очень хорошо видите и понимаете свою жизнь, судьбу и самое главное карму. Вы знаете, будет ли опасен тот или иной поворот судьбы, на какой скорости вы его пройдете, упадете вы в этот момент или наоборот, это даст вам стратегию для вашего развития. Поэтому графическая нумерология, авторами которой мы тоже являемся, является неотъемлемой частью курса по карме. Что очень немало важно, в карме мы изучаем и совместимость, потому что прогностика не только связана с вами лично, вы не обитаете на Одном острове, где нет ни одного человека. Вы живете в социуме, а это значит, что энергетика и жизни других людей, безусловно, влияют на вас. Поэтому в обязательном порядке на курсе хронической нумерологии мы считаем совместимость вашу с другими партнерами и ищем вашу а, прогностику совместно с ними. Вы хотите знать, чем закончится тот или иной судебный процесс? Но вы же там не один. А значит, нам нужна вторая сторона. Вы хотите подписать тот или иной контракт, вам нужна другая сторона. Поэтому прогностика совместимости весьма важный инструмент. И только мы... Делаем ее, потому что мы являемся ее авторами. Благодаря этому курсу вы научитесь строить графики, считать прогностику, вы научитесь обходить карму. И самое важное, вы увидите, да пускай на цифрах, но вы увидите вашу прошлую жизнь, вы познакомитесь с самим собой, вы знаете, каковы ваши искушения, каковы ваши черты характера, чего вы боитесь, как избежать неприятностей как остановить те события, которые уже начинают действовать против вас. Вы познакомитесь с вашим здоровьем, вы можете сделать прогностику по вашему здоровью и множество другое. Это абсолютно уникальный, беспрецедентный курс, которого нет в мире. Мы единственные, кто говорит об этом на математически-научном уровне. Мы единственные, кто знает карму и говорит с ней на ты. И если вы хотите научиться говорить с нами, с кармой на одном языке, приходите на наши семинары, а также подписывайтесь на наш канал и слушайте цикл лекций, посвященный судьбе и карме. Но я с вами сейчас прощаюсь, но мы увидимся в наших будущих выпусках, где мы более подробно поговорим о карме. До новых встреч. До свидания.